Sorry. Читай ГП. Вот антихам что-то умирает. Говорю, не было индикатора шумы. У шумогона он тоже не был. Да, у меня тоже, кстати, не было. Я вот просто сдох и такой думаю, бля, что случилось? Я в рекаунте увидел, чего я сдох, до этого я даже и не знал, что она на мне. Давай заходи обратно. Если есть у кого-то рыба, поставьте. У меня нет рыбы. СС и КД, да? Угу. 7 минут. У кого нету КД на СС? Кому-то не говорил. Кому-то не говорил ей кидать СС. Троянский, у тебя тоже КД на СС? Говорил Троянскому кидать и боли, точно. Может быть, самогон еще. Самогон. Я кидал. Я всегда, я... Ты марак, по-моему. Паладины, ретрики, у вас есть реги на дивом? Отлично, тогда точно. Драгма, армрестлер тут? Да, тут. Пейман. Бакс готов. Кулак дайте поварам еще. Лапу обновите. Все, иди пей куклу. Охотникам кулак, вы чё? Охотникам кулак еще дайте. Дали кулак? Раз, два, три. Да. Все, БДК начинай. БДК кулак еще дайте. А кто раздает кулаки? Раздай нормальный кулак. Сейчас это большая нужда будет возле стола. Не допивай до конца. Я понимаю, да? К столу все отошли. К столу. Все к столу в квадрат. Замедляй красного. Бейте цели своих дебафов. Сбежали цель зеленого. Поедим. Антихам споешь потом по команде. Играйте в зеленый. Твой гимн ХП. Пою. Не, ну падайте, короче. Будем стопать. Ты не умеешь пить. Да ну не. Так а как вообще можно напить на двоих? Сейчас тебе покажу. Успейся врать. На, блин. Чушь вы такие. Блин. Если ты одну выпиваешь и вторую вот так пьешь, пока она, ну, чуть-чуть типа прибавилась. Блять, только... ну если бы его эрдру хватал, все было бы заебись, а у нас нету реста друида, чтобы его хватать. Так-то да. Ну ты понимаешь, что когда ты сидел, там был эрдру. А так у него ради 100% не хватит, чтобы замять был слизней, хоть да обосрись. Сова не может, это такой эрдрум может. Клево. Там нужен талант вкачивать, чтобы ободрение дали. Ну все тогда, давайте стопать. Будем стопать. Это мой косяк. Что эрдру нет в рейде? Л
Локи, вы кидайте проклятие на этих слизней. Проклятие за это рок или как оно там называется? Косноязычие. Косноязычие. А зачем на слизней косноязычие? Чтобы они у них замедлялся каст. Каст выбора цели. А это работает? Да, это работает. Также на личи это работает. Все, тогда стопать будем. Так, ну а зеленого можно, первого зеленого на первой фазе можно замедлить, там будет еще одни лужи. Хотя... Не, первый зеленый может не замедлять, нахуя он так зальется? Еще один лот будет в рейде. Давайте шкаф поставьте, сманите ребята. Черный лимон, ты зайдешь? Всем привет. 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 Принимай, Сумон. Так, давайте разберемся по палабафам. Кто кулаки бафал? Хорошо. Так, тогда герцогиня бафы ты, утроп бафы... А, ну тогда утроп каски, послен кресты. Давайте бафайте рейд. Пристабаф дал. Троянский кинь СС на послена. Боль на герцогине. Он летает на антихама. Боль на черного лимона. Повороте на жри СПД. Не знаю, поможет это или нет. Кому-кому? Жри СПД кидай, СС. А я кину себе. Балтика тут, Зинаида Павловна. Все, иди пей куклу, можете не дамажить, будем стопать. РДД зона в квадрате стоим, ждем зеленого. Ну, троп, пей куклу. И кто? А, герцогиня, да. Стоп, это по профу. Подмостки подводи профу к зеленому слизню сейчас. Веди профит зеленого слизня, Поклонский. Стопайте по профит, 4%. Милики, давайте все в зеленого слизня. РДД подальше от зеленого слизня.
ты, квадрат. Не надо было за меня. Блин, а. Вот смотри, нахуй вы замедляйте, если мы его сразу почти убиваем. Переводите, профа, добивай быстрее эту лужу. Приходи к другим. Все, давайте все к столу подран. Смотрим на свои дебафы. Бьем по дебафам. Антихам, помогай мне бить взрывом разума. Все, разобрали. Разобрали цель. Ты опять не заметил зеленый. Смена цели от красного, отбежали. Так, как плохо. Падаем. Все, я помню. Вуди, не замедляй первого слизня, нахуя ты? Я понял, понял. Что? Кто это сделал? Откуда? Это повороте был. Не, это я не делал. Да, это, ну, упасть сказали. Чё-то я резко перехотел сидеть на профессоре. Да тоже. Давай я посижу в кухне, если никто не умеет. Давай. Давай ты сидишь. Давай я посижу, он больше меня дамаги даст. Я бегаю за слизнями долго, он будет стрелять нормально. Давай. Потому что это пиздец какой-то. Сейчас все нормально. Так а вы не можете нормально, пацан, объяснить, как пить лужи? Ну, у нас эрдур еще нету. Ну и что? Ну, я ему объясняю, но не помню. Стопнул две лужи и все. Ну, он наш сейчас просто первого замедлил, не надо было энергию тратить. Поднимайтесь, я ресю. Чё он это? Чё-то меня-то ещё ни разу не реснул. Подводи босса под зеленого слизня. Сейчас почти вайп был. Там было всего 5 миликов. Так, ты говоришь, стопать, нафиг его завести. Чтобы ты был шестым, и вы не умерли. Домок делится. Потому что Ретрик не подбежал. Это уже 7. Если Войд будет сидеть, то получается мы можем ничего не стопать. Нет, он не хватит энергии. Ну, на 85 стопать. Так, мне в Ретрике? Нет, ты в протопале. Мне потом танчить на последней фазе, ну. Можем за Димоном попереагривать. Так пусть Войд спекнется в протовары. Ну, спекнется в протовары, тогда ты в Ретрике. Ну побегаешь протопали, тогда сакру покидаешь на зеленом. Мы ничего от этого не потеряем. Давайте фулбафы все здесь. Есть у кого-то рыбка? Кто на рыбу сел, первый? Скипим. Все готовы. Антихам, ты тут? Нет, не готов еще, я рыбу ем. Я не видел ее. Чего ты говоришь? Все, готов. Все, Войд, пей куклу. Все, начинайте. РДД стоим в квадрате. Смотри, как он будет пить.
лужи. Здесь он будет нормально. Иди уже к зеленому. Стопайте по профи. Топ по профи. Хватит бить. Ждем зеленого. РГД отошлите обратно. Вот, отойдите обратно. Вот сюда. Отсюда достается. Так, все, мелики отбежали в квадрат. Не бегите на слизни. А нахуя вы перевели, блядь? Давайте все к столу. Что-то пиздец какой-то. Сакру отдал. Сакру короткая, сакру. Вот, опять. О, что-то перевели, да, сразу. Ага, хорош. Это он хочет сказать, мне сейчас нужно. А. Это еще куда? Четвертый вайп на профи шел. Мы на анбаф третьего убили. Нет, на анбаф мы убили, блядь, с восьмого не гонит. Да не. Третьего. Или с десятого где-то. Короче, Войт, там нету моего ника в этой хуйне. Чего нету? Ника. Чё такое ника? Ник, ну, никнейм, ник. Ну там со мной и есть. О, блин, а у меня с двумя и ты как бы замечтается. Типа уже другое слово совсем считается. Ну там комментарии я почитал, типа пишут, что нормальные ники, адекватные есть. Но я так, ну, я не знаю, с чем это связано, но я подозреваю, что англоязычные какие-то люди играют на сервере, и типа вот для них то ли их не оскорбления там какие-то записаны, что-то такое. Короче, блин, если дадут ренейм, не тот не у них. Там предлагают как переименоваться или ну просто... да, типа принудительно дают ренейм, то есть не сменишь, дадут бан. Ты выбираешь новое имя или тебе там выбираешь, просто выбираешь, да, конечно. О, нихуя, СС скатился. Thank you.
Бакс. Кто его превратил в урдалака? Взорви его. Рокус. Взорви вурдалака, Бакс, или кто там превратил его в вурдалака? Там где этот вурдалак? А, вот он. Бакс, взорви вурдалака. Слышишь? У тебя панелька там со скиллами. Только отойди от босса. Ого. Да, вот вниз туда спускайся, а то нас заденет. Хорош. Вставай. Не встанет, тебе надо. У него там багалось, наверное, вообще. Нахуй пикнул. Чтоб с кладбища прилетел побыстрее, да? Пусть может покинуть тело нажмет, там может покинуть тело нажать. Ты покинул тело? Там просто по ресу нельзя встать. О, он покинул тело, можно реснуть. А чё там такое протанчу с тихоплёдством занялся? Тихоблудством. Давайте бафы. Давайте новую тактику попробуем. Герцогиня в кто там у труп в ретрика, спекайся, дадим рост на первой фазе, ничего не будем стопать, просто замедлишь красного и убьем зеленого. Да, в одного танка у труп сейчас я отопьюсь ретрика, и там выведи панельку на панельку скилл таунта, знаешь, когда там... у меня стоит. Просто будешь далеко отходить и таунтить на последней фазе с хантами. Повороте ты тут. Окей. Последний чек. Похуй, СС. Если чё, дам гим. Так, гим. 23 секунды, все. Дипи куб. Мы стопаем. Ничего не стопаем. Переводим босса. Поклонский, давай. Начинай, поклонский. Все, можете к столу отходить. Все. Вжались в квадрат, переходка. Вжались в квадрат. Рост. Когда рост дать. Давайте рост. Давайте рост. Сбежались в цели зеленого. И убили. О, повезло. Блять, вы можете... Ладно, потом прокомментирую. Хуёвая тактика, псих. Минус сколько? Минус 4. Нормальная тактика. Динида, подымай Литриона. Нормально. Дайте бафы по Литриону. Кулак, каску, крестобаф, лапу.
В красном сыграли сейчас. Смотрите перемены. Армс в колбе стоишь, молодец. Все в красного сыграли, милики тоже. Дайте каску по охотнику. Утроп, дай каску по охотнику. Так я давал. Не давал, нету каску. Все, милики, стоите под профом. РДД в квадрате. Сейчас вылезет зеленый. Все, играем в зеленого все. По охотнику все будет каска? Я не знаю, что она не дается. Квадрат. Встали в квадрат все. Ну шаман, блин, не стойте в перемене. Отбежали от зеленого, сбежали теперь зеленого. Отбежали опять от зеленого. Да. Падаем. Так, можно одну вещь прокомментировать? Какую? В общем, смотри, когда все стоят у стола и когда нужно сбежаться в зеленого, вставайте вот, вот как мой портал стоит. То есть вот я, допустим, царь зеленого, вставать, то есть сзади моего портала, чтобы всем отлетать к столу, чтобы когда он в следующий раз выбирал таргет, чтобы, ну, он опять быстро выбрал цель, никто не получил урона, так как все стоят в одной точке, и никто, естественно, не умрет. Да, я посижу в кукле и смогу замедлить всех. И типа, когда мы бьем зеленого в центре тоже, да? Стоять от зеленого слизня тоже так, чтобы лететь тоже к столу, чтобы все в одну сторону летели и как можно дальше оказывались от зеленого слизня, и тогда никто умирать не будет. То есть всем нужно улетать в одну сторону, и все. Ладно, 500 дц спекаться. А ШП слизни не метит? Нет. ЖСПД, спекайся в Лема, я в ДЦ, сейчас будет рага, сейчас убьем. Щиток же тоже дает рага. Ну только когда он заканчивается. Ну да, нет, тогда это херово. Короче, я посижу в кукле, и мы убьем Сари. Да не, нихуя, ты не замедлишь. Чё, я не потому что нет раги. Ну, я замедлю. Давай, если ты не замедлишь, я тебе 500 ГП накину. На ханта? На мага накину. Что? Видишь, значит, ты не замедлишь. Но если ты будешь кидать щиток, то замедлю. Кинуть, по-моему, пересвет. Там либо этот щиток обязательно надо, чтобы урон прошел, чтобы он спал, ну типа как кончился просто от того, что его разбили. Я не знаю, ну, либо работает, когда он просто заканчивается, то есть без урона. По кукле проходит по 3-4 к урона. Щит поглощает... Сколько щит поглощает? 15, да. Ну, примерно 15к урона. Получается, через секунд 5 спадет щит и будет рага. Долго. Нормально. Ну, типа, Тердру. Сколько щит регенит раги? Как, так же, как Тердру один тип. Патчи их, наверное. Давай затестим. По 8 у тебя будет регенит.
что тестить. Давайте сейчас опять будем стопать. Утроп не замедляешь просто зеленого первого, а на переходке замедлишь обоих. Я сажу сейчас. Да. Бля, если сейчас и сейчас не выйдет, то я не знаю. Мне кажется, не знаю, вот когда короче, цель зеленого, стойте вот здесь, чтобы выбрал у вас таргет, а потом вот так вот вставайте, чтобы вас к столу отбрасывал. А там пока он под косноязычием сделает ретаргет, мы уже успеем его убить. Давайте, чек. Вот что бывает, когда нет вердру в рейде, да? Лапч. Кристобов. Кристобов еще дать? Все подтвердили чек. Дипи и куклу. Так что мне заходить с кем? Демона? Выходит зеленый, да, зеленый. Квадрат РБМ. Сбежались в хантер. Милики тоже. Все, сбегайте с зеленого. Милики, сбегайте с зеленого. Пизда. Почему минус 2? Блядь. Потому что они улетают в разные стороны, а не в сторону стола. Они тут идут по разные стороны, блядь. Вида, поднимай бакса. Переводите профу. Окей. Давайте все к столу. Зачем тебе бакс? Давайте, играйте по целям все эти замедленные. Я. Сейчас надо будет сбежаться в цель. Бегайте с равным. Смена цели красного. Насторожил боб, дайте. Умоляю. Молодцы. Добейте красного. О. Вот. Один зарешал просто. Смотрите за переменами. Сейчас замедлять? Да. Да, конечно. Все, играйте в красную. Поздно замедляешь. Я да знаю. Просто думал, зеленый выйдет. В центр отошли. Так, веди профу под. А, не надо вести. Давайте в квадрат. Отошли от зеленого слизня. РДДшники. Отошли. Все, сыграйте в зеленого. Бегайте с цели зеленого. Бежали от зеленого. В одну точку, в квадрат встали. Так. Падаем. Зачем? Минус 4 сил. Поднимай войда.
5, у нас еще типа нет. Играйте красного, ничего страшного. Красного сыграйте. Будет еще один зеленый. Поклонство будешь потом. Профу под зеленого слизня. Используй. Веди под зеленого слизня профа. Стопать будем? Слышишь ты? Стоп. Ну да, стопай. Подводи на него. Еще рано было. Сейчас будет опять валь. Милики под зеленого, домашки зеленого. РГД встали в квадрат. Зачем ты так важно сочинать? Переводите. Да, переводим. К столу отбежали, на ком зеленый дебаф. Давайте рост. Бля. Пиздец, пиздец. Да у меня время портала кончилось. Бегайтесь к зеленому. Смена цели красного. Бежали от красного. На боли красный. Можете кинуть? Нет, не кинуть. Есть у кого-то аирдруг в рейде? Рекода. О, смотрите, меня красный не убивает. Чего вот сейчас все мы не вайпнулись вот так вот, мгновенно, когда он до меня дошел? Потому что вы стояли возле него. Нет, нет, я говорю, вот сейчас, когда я умер, вот, ну, последний, я утром. Почему он сейчас ко мне подошел, и я не сдох мгновенно? Не умерли, потому что красный слизень не был замедлен. Да не. Нет, он был замедлен, ты чё? Он не был замедлен. Я его замедлял, его и крас... и дебаф... Зелёный. Дебаф замедления спадает после того, как... Ну, он, короче, когда меняет таргет, ну, сбрасывается дебаф. Ну, а как я замедлю, если меня уже из куклы выкинули? Там, если бы немножко был рейндж между ним, все было нормально. Я имею в виду то, что... Когда он бежал в первый таргет, он бежал без замедления. Красный бежал с замедлением, последний красный, за этот последний. Да, и ты про второго говоришь, которого я поздно чуть замедлил. Говорю про вот последнего. Где был дебаф чему? Я видел. Держи Рела, зайду сейчас на этого. На Эрдру. Ну, блин, если не убьем, то я пойду спать. Хорош. Последний был замедлен. Протопало. Утроп в ретрика. Да-да, пиздец какой-то. А Драгма посидит в кукле, да? Что ты сказал? А Драгма посидит в кукле. Это Лок, поставь шкаф, пожалуйста, и засунуть меня, Альфонс. Олег, что там надо еще в ссылку, а нет? Давай, заходи. Ну, я уже как бы на присте. Пристани в чатик. КМДЦ. КП.
А вы, кстати, на первой фазе стопаете дамаг или нет? А мы в три хила идем? Сейчас будем в три хила. Хорош. Да вы на первой фазе стопаете дамаг или нет? Ну сейчас, наверное, мы не будем ничего стопать. Смотри, смотри, ты пайрелишь. Кто? Пайрели сейчас, а я просто спокойно похилю, никто не упадет. Блин, я тогда Джерину не передамажу. Плевать, сейчас господи. Убить просто. У меня потом будет ролить. Димон, давай ты пырылишь. Я? Это не ты. Надеюсь, после знает ты пит уже. Только у меня нету тут рейд-фреймов, поэтому буду ориентироваться на то, что проб говорит. Типа, что он там говорит, когда умирает пацан. Ох, как интересно. Во, хорош. О, рыбка. Жлака будет под фласка. Он говорит, интересно. Каску дайте, пожалуйста, и лапу. О, тут жив даже есть. Чинитесь. Да. Что тут еще есть? Кому нужна? Червоточина есть. Мертвец! 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 Нож мой психи в рейд. Так, чё там, чек на пул давайте. Каску престол. Да хз, кто чё бафает, бафайте. Кто в кукле? Олег. В кукле Канара. О, спасибо, Канара. Канара, пей куклу и не бейте профа. Уже, опускай, братан. Стойте все на месте. Иди, хоты этого. Окей, мы заходим. Вон слёнка. Не агри. Ху, хорошо, что вас запишут. Хоты резче. Разложение на кукол дать чекнуть. Давайте лучше да, подхильте да, рейд хилы. Не надо никаких разложений давать. Зачем? Что вы наделали? Ты не обновляешь буйный рост и омоложение. Что ты сказал? Тебе нужно кинуть омоложение на куклу. Я кидаю на куклу омоложение. Видишь, теперь надо буйный рост. Может не просто так кидать? Восстановление не надо кидать, там у нее не регенит. Ну, Олег, видимо, не знает этого. Олег, почему-то ты не регенишь кукле рагу. Пожалуйста, Олег, регень быстрее рагу. Ну как я могу регенить ее быстрее? Постарайся. Ладно, милики, подходите к профу. На счет 3 будем пулять. 1, 2, 3. Водите. О, я завис, нет. Ух, я отвис. Все, к столу уходим. Уходим к столу. На ком зеленый дебаф. Блин, железь, на ком красный, идите красного. Ну, пим, передай, то ты умрешь. Газовый меняет таргет. Only time. Так, у нас умер Бакс. Я считаю, это небольшая потеря, пусть лежит. Блять, почему вы не можете к столу отлетать? Вы дауны? Дилов, повесь СС на Вилд Мэджика. Бакс, нахуя ты отбегал от него сейчас с красной лестницы? Зина, лезь на Бакса. На Вилд Мэджика. Кому, блять? Конченый, говорю же, на Вилд Мэджика. Тебе. Мне, сука. А, так сразу. Конченый.
Веди профа. А, там красный уходит. Ладно, не веди профа. Веди красного. Вон, я вижу, что бьешь профа. Он бей красного. Я его убью. Я не тебе говорю. Он не с тобой разговаривает. ДД, уходим в центр. Видите, где трусы? Уходите в ромб. Ой, это треугольник даже. Уходите в треугольник. Летят пельмени, надо будет влево отойти. Давайте влево. Стоим тут. Дамажим зеленого. Полетят лужи. Надо будет пить. Сразу лужи надо пить. Ладно, почему-то они не полетели. Стопаем ДПС, пожалуйста, стопните ДПС. Не бейте профессора Мерзоцида. Бейте все красного. Мини-центр. Все, переводите. Антихаб, спойди мне ману. Шаман, поставьте тотемы прилива, пожалуйста. Парю. Зеленый дебаф к столу, красный дебаф в центре, бейте красного. Давайте, рост. Фулл DPS. Пойдешь с уклой, дай саку. Все, отлично. Без бопов, без агра, так добиваем профа. Да. О, только не пельмень. Боже мой, какой долгий каст теперь. Заберите, дайте на поклонского дивана. Зачем? У нас же протопал. У него 4 стата, диван быстрее, дай это. Блять, упадем сейчас, пиздец. Дайте дивный купить. Дал. Блин, чё ж ты не забираешь? 4 стата уже дамажит очень сильно. Фу, блять, если сейчас еще вот здесь вайпнулись, то это... Блин, а я не в гильдии. Я всё себе могу забирать? Давай, Рэлла. На. У тебя слишком много таких предметов. За спину пойду. Мне не надо. Я тебе токен дал. На, лут. Лутай, босс. Димон, заходи на этот сервер. Мы АФК с Димоном. Ретрики надо кому-то? Да. А сейчас куда идем? Мы идем выбивать 20 голов троллей. Я имею в виду сейчас, куда на Лича или на совет, там, я же не знаю, сколько вот боссов убили. Я тоже без понятия. А троллей зелье надо. Завоеватель кому-то нужен? Так, на суде, наверное, мы идем на совет, либо на Лича. Как это мы можем пойти на Лича? Мы идем на лед. Не убив совет. А я же... Так, Валька летит, шаман, Валька летит. Лок, Валька, лок. А кто-то там из Айрон Тихан. Чё, надо убивать. А я этот не давал, потому что псих кричит, не надо диван. Все верно, зачем диван, если у нас есть БДК и протокол 1 и куча ДПСа? Нет, я не слезу за стаком. Что происходит, когда 4 стака, например? На УЕ парейд идет. Отпиливается и начинает. На каком-то персонаже больше АУЕ парейду.
Он еще и отхиливается в добавок. Если человек с этим дебафом умирает, то он отхиливается. Так просто, да, нет, не отхиливается. Так. В смысле, так на Ри тоже было 400? Когда бьет этого человека с дебафом. Или нет, не так? Так значит, виноват Канара, что он не забрал босса? Да, ну медленно забрал, наверное. Соответственно, что мы из этого можем... Какой вывод из этого можем сложить? Так, если это человек не с гильдии, мы можем его просто кикнуть с рейда. Да, чё такое не сложить? Опять Вальку согрели. И заодно еще пимпа можно кикнуть с рейда. Сзади. И драгу. Сзади Валька. Ого, вот это не рестность, походу, да? Или Димон, ты... я уже убиваю троллей. Димон! Тимбра убили? Не, вот это не... Я не освоил такой интерес. Свой дальше ролит. Мне не получалось. О, Димон, тут, короче, по три черепа падает, понял? Черепа. Смысл в натуре? Да, хорош. А херы ты там делаешь? Стой. Какого хера ты убежал? Так там бобы по глазу. Смотри, где я. Я перезапущу боковых, а то я что-то висну жестко. Я думал, мы другую квест пойдем делать. Лучше умереть сейчас. Ой, ты с нами еще кто? Теперь ты понял, что надо друг Ты бежишь сюда? Да. Ты там выбил уже что-то? Чё? Ты выбил уже что-то там? Одну штучку. Молодец. Канара, бери первый раунд. А сколько ты бьет можешь не дать счета? Ну, он должен много бить. 500. Если не больше. Послён, бери первую ауру. Блин, летай, жалочек. Куда ты отстался? Чтобы ты меня не кикал с рейда. Ну тогда я релочек. На тебе лут. Не надо. Ты помощник, держи. Будет мне кикнуть. Спасибо. Я понял, мне талант надо качать дальше. Удар щитом? Это классно в Рестер Шамане ходить с объектом и чешет. Лол. Лол, нормально. Но это, честно, говно полное. Ну, для кача, знаешь. Для кача? Ты бегу качу, Джерри. Пока. Блин, ты понимаешь, что ты читаешь? Ты плохва вообще-то. Как-то сложновато все понимаешь. Ну, этот стоит, Макс стоит. Ты понимаешь, что? А за что наркодили, раз гильдии дикнули? За то, что он трейдер его? Да. Пацаны с мотовкой заплатят, интересуются. Это много голов собрал? Бейте носителя смерти. Три. Я тебя жду. Все, все это. Ща. Казалось, тут с моба по три. Ну, я одного моба все убил. Где ты? Тут подбегаю. А где ты? Блин, вперед, ползай ты, дороги беги.
О, хорош. Тут, короче, только с определенных мобов. Пойдем наверх сразу. Направо. Вот тут еще, вот моб. Я знаю, но они сагрятся в куче. Давай кучу сагрим. А зачем оно? Так, опять, да? Как обычно. Опа. Зацените, там у всех помощники. О, боже мой, тут 80-й. Ой, 70-й. Рукус, вставай. О, колечко. 5 гилы и 5 стринжа. Я думал, оно тебе не надо? Вон там моб сори один. Сейчас сапну этого и пойдем там убить. Что же, 7 голов? Да. Оп. Поиск пути. Поиск пути работал в 2018, да? Может сложнее там тач, чем новичок. Да, походу. Ну, типа вот, мы в Тернистой долине один квест сделали полчаса, потому что тут очень много людей хотят сделать один и тот же квест. Большой онлайн прям пиздец. Ну, где-то в 4 раза больше, чем на Дыркуле. Регайте ПП. На БК нету ПП. В натуре. Ралик, ралик, вставай. Ты квест у Хемингуэя, который? Хэдхантинг. Ну это культовый квест с Ванилой, где в конце надо Шангу убить, да? Ну там не Шанга, там по-другому она называется. Интеры там боссные. Сказал тебе одна полоска, ты еще не качнул? Блин, там вот, сейчас скажу сколько... 10% от полоски осталось. В чем себя приперлись? Вот нет этих мобов. Видишь, какой дождь тут у этих локов? Че там за дождь? Золотой дождь. Типа... Дамажит такое? Не, визуально. По-другому выглядит? Да. Огненный дождь? Огненный ливень. О, как ты успел взять, а? Ха-ха. Ты оцени. Тут, короче, маг конченый. 38-й маг, которого можно убить. Но он, скорее всего, убьет. Одного моба убить и левел. Давай убьем кого-нибудь левого моба. Вот я нашел моба. Хорош. Агри. Целых 2 моба, хорош, Димон. Поворот. Заходите на вальп, либо передавай релы и идите куда хотите. В смысле? В смысле? Ну вы заебали просто. Всегда? Да, вы заебали. Так вы что, без нас не можете... Босса убить? Да, нет, да нахуй такая помощь просто нужна. Можете идите качаться куда хотите. Потому что я ебал такую помощь. Понял, Димон, затащили импрофай, теперь такое отношение. Я спекнулся в лице, если че.
так чекай, да начинай. Че ты не чекаешь? На тебе, РЛ, начинай, ты же РЛ. На тебе ассист. А ладно, давайте чек на пул. Давай, РЛ, у тебя же РЛ. Чек на пул. Йоу. Так. Оу. Беда. Короче, три шамана, Wild Magic на Валькирии, Sleeps the Onyx, Solo Healish Raid. Не, Балтика, без тебя мы не можем начать. Так что без АФК, братишка. Дайте лапу. Все, идите в пульте босса. А инту, лапу инту дайте. А, давай, протопал слева, БДК справа. 200 магию, этот, усиление магии, чтобы хилы больше хилили. Больше? Больше. Черный лимон дал ПС. АФК что-то главное не нужно. Да ебать, там меток добавим вешать, вы что нахуй? Я сначала подумал, что там анбаф закрыл. Я тоже, кстати. Слинкуете, кстати, волчат эту хуйня, когда убиваешь? Ты берешь линкуйте, да? Да, да. Еще на столько двух попался. Ну, Миранда с вами летает. Я сказал, чтобы были три шамана и эрдру. Ну так скажи Мирандусу, чтобы он зашел в РК, наверное, он же не в РК. Мирандус, ты в РК? А че, с гильдии вообще? Не, это левый тут. Да, без гильдии. Его может и кикнуть, получается. Так вон, заходит портал, что ты гонишь на пацана. Да, вон он стак, зашибись. Наверное, сбросило. Наверное, питание. Это я со ЖСПД заходил, сейчас ЖСПД не зашел, короче. Не зашел? Да. 7 стак. На розницу, тут еще попал. Бой, ты тут? Черный лимон, у тебя ПС. Почему ты собираешь такие бомжрейды, когда нет онлайна? Да. В курсе, что я домой пришел 8 часов? 8 часов мы еще у ребята. Ну да ладно, рейд нормальный, просто эрдуна было и все. Не повезло с вами. Не, ну типа идти в три раста шамана, это конечно дженис. Да можно хоть в 4. Не, ну это понятно, я вон вообще типа хилил поле пала, ДЦ и я шаманом. Типа втроем все нормально захилили. Сейчас мы в 3 хила захилили проф. И что, это трудно? Ну, нет, я говорю, что до этого было три рестер шамана и холипал, и было все пиздец как плохо. Тут огненный слева. Ну, сердру да. Типа проще хилить, чем, не знаю, хуйня, короче. Только из-за раги проебались немного. А можно и без эрдру спокойно убить? Ну, да, можно, да. Дайте гимны, антихам гимны, господа. Только выдели на Вальку из пойки. Дело. Да, конечно. Молодец. Зато после таких вайпов проявляется истинная сущность людей. Кто хочет трай дальше, кто нет, кто ноет. А ты кикнул твоего оружия, Зиди? Да, я его кикнул. Клинков.
Мне кажется, у него не было. У него 10 твинов, но они не гид. Ну это походу чувак, у него мы какой-то другой гильдии. Ну ты. Просто я посмотрел знакомый ник РК Ранга. Что-то какое-то дерьмо я видел уже. Я первый раз слышу. Я видел, да, знакомый ник. Что вы на упаник каких-то до сих пор не? Понабираете чел людей, потом кикаете. Что за хрень? Ну паник нормальный чувак. Он паник, да. Подожди, да. Ты же по-моему вчера говорил, что он хуесос. Ранга это вообще чел с Альянса. Я так говорил 2 года назад. А, не, или это Джерем говорил, что он хуесос. Да не, паник долбоёб. Он личная мразь.